Durchsuchen, Männer! Er ist ganz bestimmt noch hier! Thank you.
Вот вам. Получите и распишитесь. Тебе нужно засунуть бомбу прямо в главный центр нацистов. Оберкоманда находится на нулевом уровне, прямо над огромным хранилищем с инопланетной хренью. Тащи свою задницу наверх, детка! То самое убежище, да, Тыхут, о котором говорил Сет.
скажи, хочешь, чтобы нацисты не тронули боеголовку после того, как ты ее установишь? Тогда засунь бомбу в ядерный реактор Оберкоманда. И нацисты не засекут сигнатуру излучения. Они не найдут ее и не обезвредят. Скажи, хочешь, чтобы нацисты не тронули боеголовку после того, как ты ее установишь? Тогда засунь бомбу в ядерный реактор Оберкоманда. И нацисты не засекут сигнатуру излучения. Они не найдут ее и не обезвредят. Скажи, хочешь, чтобы нацисты не тронули боеголовку после того, как ты ее установишь? Тогда засунь бомбу в ядерный реактор Оберкоманда. И нацисты не засекут сигнатуру излучения. Они не найдут ее и не обезвредят. Thank you.
дела. Я активирую боеголовку. Убирайся-ка ты из Розуэлла, пока не жахнуло. Отпад, братан! Мой человек в мэрии включит сигнал торнадо. Эвакуирует весь город. Ищи выход и убирайся нафиг из зоны взрыва. Я уже почти закончил в центре управления. Встретимся в точке сбора под Галвестоном. Лады. Беги. We'll be right back.
Меня звать Билли. А тебя как? Меня тоже Билли зовут, но папа сказал, мне нельзя с тобой играть. Ой, а почему? Папа говорит, что негры – опухоль на теле общества. Они плохо на всех влияют, они все грязнули, воры и бомжи. Не умеют читать и писать, глупые, вонючие, ленивые. Слишком ленивые, чтобы найти себе работу. А мой папа умер, но мама говорит, что все белые злые, и они нас ненавидят. Потому что раньше все цветные были рабами, а теперь мы свободны. Поэтому меня не пускают в хороший туалет на ярмарке. А дядя из магазина не дает мне войти и даже не разрешает купить жвачку и газировку. А какую жвачку ты любишь? Индейские скальпы. А красную или желтую? Желтую. Ненавижу красную. Красная, как блевота. Что у тебя в банке, Билли? Да пока пусто. Я хотел головастиков поймать. А зачем тебе нужны головастики? Они будут плавать. Я буду кормить их морковкой, и вырастут оранжевые лягушки. Я видела головастиков там, в ручье. Пошли, я покажу. Ну, ладно. Пойдем. Ты показала мне кольцо. Помнишь, мама? Сказала, оно для моей суженой. Я нашел ее. Кольцо будет ей впору. Сюда! Смотри, Билли! Крысёнок упал в поломойное ведро и не может вылезти. Видишь? Тонет! Это точно! Спаси его, Билли, он тонет! Это же крыса, они мерзкие, едят нашу еду, разносят микробы и гадят в шкафах. Но он же умрет! Он умрет, Билли! Он умер! Билли, смотри! Билли! Вернись! У тебя получилось, Билли! Ты спас ему жизнь! Пусть живет! Сколько мне тогда было? 1920-й? 9? Или 10? Билли. Что? Хочешь, скажу секрет? Давай. Никому не расскажешь? Никому. Лучше шепотом. Ты еще где-то здесь, Билли. Все еще топчешь землю, обреченная на страдания среди живых. Я вижу два варианта. Или я отдам кучу денег за новые часы, или ты спустишься вниз и достанешь эти. Ну что за сыр-бор опять?
за мной. Потом повалили и отняли мой ножик. Совсем бестолковый, что ли? Если ты позволишь отнимать свои вещи, а тебя вечно будут вытирать ноги. Я подарил тебе этот нож, ты его владелец, ты за него отвечаешь. Я поговорю с их родителями. Не смей этого делать, Зофия! А ты что, пацан, хочешь, чтобы мамуля всегда за тебя заступалась? А теперь иди отсюда и верни свою собственность, пока не вернешь, чтобы ноги твоей здесь не было. Сынок, я пытался тебе объяснить, пытался вбить в тебя толк до морковки на заговенье, но ни хрена не выходит. Ты меня каждую ночь своими воплями будешь. Сколько раз я должен тебе объяснять? В нашем подвале нет чудовищ. Прости, пап, я их все время вижу. Они хотят убить маму. Ладно. Вот что мы сейчас сделаем. На, держи. Ух ты! Сейчас мы с тобой спустимся в подвал. Если вдруг выскочит чудище, мы их сразу застрелим. Иногда надо смотреть своим страхом в лицо. Ну, готов? Да, готов. Зофия! Ты как, с нами? Ты их видишь? Нет, пап. Чудовища ушли. По мне так не делай зла. И никакие чудища за тобой не придут, сынок. Как думаешь, мы сегодня их отпугнули? Можно оставить ружье? Я буду гнить в могиле, но все равно стану лучшим отцом, чем ты.
здесь и срач. Я тут уже лет 10 не был. У меня ранчо у озера Форни, 2000 акров земли. Я слышал по радио, что тебя заметили в Розуэле. Как знал, что ты здесь объявишься? Здесь только плохие воспоминания. Так зачем ты пришел? Спрятаться негде. Деньги нужны. Что ж, зря ты сюда явился, сынок. Уже слишком поздно о чем-то умолять. Ты не искупишь боль, которую ты нам причинил. При мысли об отце я слышу. Пошел ты, и вижу кулак, летящий в лицо. А когда от тебя был прок? Непослушный, неблагодарный, ума как у спущенной шины, а рот как помойка. О, я видел, куда ты катишься. Я побывал в той дыре, и клянусь, твою мать, я изо всех сил пытался тебя вытащить. Чего еще ты от меня хотел? Чтобы ты относился ко мне как к сыну, а не как к дерьму, прилившему на ботинок. Да я ради тебя из кожи вон лез. Только тебя уже не исправить. Ты кто у нас нынче? Крутой киллер, террорист и бомбист? Не за тех ты воюешь, дружок. Все эти годы, пока я долбился башкой об стенку, люди были настроены против меня. А потом, когда пришли нацисты, все стало гораздо лучше. Играй по их правилам, и тебя ждет хорошая жизнь. Спроси у любого в округе. Блазковец, эту фамилию все знают и уважают. Ты превращаешь в дерьмо все, к чему прикасаешься. Ты очерняешь мою фамилию. Беглый убийца. Смылся в армию, едва созрев. Разбил матери сердце. Где она? Умерла. Когда отчего? Ну, была гребаная мировая война, пришло новое правительство. Правительство с новыми правилами. Ее забрали. Нет ее. Что за пидорский наряд ты нацепил? Что значит забрали? Согнали всех евреев, цветных и гомосеков. Этот мир для белых людей. Теперь все по-христиански будет. Ты ее сдал. И что? Жена всю жизнь меня пилила. И вырастила из сына убийцу. Так. Я всегда знал, кто ты на самом деле. 10 фунтов говна в 5-фунтовом мешке. На колени. Пап, я твой сын. На колени, сученыш! Это раньше я боялся. Я бы обоссался от страха, приставь ты мне пушку ко лбу. Знаешь, что я сейчас чувствую? Просто ни хрена. Они все слышали. Кому ты, сука, звонил? Она здесь. Нужно отключить захваты. Thank you.
Зачем я сюда пришел? Нужно было бежать домой. К тебе, Аня. Обо мне, пока смерть не разлучит нас. Ты сюда, отдай. Черт. Хочешь поцеловать невесту? Да. Вообще, до свадьбы нельзя. Шек, Мэджлав! Иволь. Я подготовлю все для церемонии.